Многие артисты, авторы, исполнители повлияли на мое творчество. Виктор Цой, например, Александр Розенбаум, Александр Городницкий, Макаревич. Но никто не повлиял на него больше, чем Владимир Семенович Высоцкий. И сегодня нельзя было бы не спеть одну из его песен. Но при этом песни Высоцкого есть такие, которые не должны быть спеты другими людьми. Потому что все равно никто так же не споет. Поэтому я выбрал неизвестную песню Высоцкого, которая всего одна запись существует у Шемякина, художника, на домашней студии. Называется «Песня о судьбе». Куда не втисну душу я, куда себя не дену, со мной пес, судьба моя беспомощна, больна. Я гнал ее каменьями, но жмется пес колену, глядит глаза на выкате, с языка слюна. Марокко мне с нею, я оком грустнею, я ликом тускнею, я черевом мурчу, нутром коченею, а горлом немею, и жить не умею, ни петь не хочу. Неужто старею, пойду к палачу, пусть дернет скорее, а я приплачу. Я зарекался столько раз, что на судьбу я плюну, но жаль ее голодную, ласкается дрожить. И стал я по возможности подкармливать фортуну. Она, когда насытится, всегда подолгу спит. Тогда и я гуляю, петляю, вихляю, и Ваньку валяю, и небо копчу, но пса охраняю, сам вою, сам лаю, тогда пожелаю, о чем захочу. Когда поскорею пойду к палачу, пусть тюкнет скорее, а я приплачу. Бывает, не было бы такой обед подсуну, что и судьба попятится, испуганно бледна. Я как-то влил в стакан вина для храбрости в фортуну. С тех пор и дня без стакана еще ворчит она. Ой, закуски не горькие, мол, я бы в Нью-Йорке ходила бы в норке, носила парчу. Я ноги в опорки, судьбу на закорки, и в гору из горки пинчугу плачу. Я не поскорею пойду к палачу, пусть дернет скорее, а я заплачу. Однажды перелил судьбе ненароком, пошла родимая в разнос и изменила лик, хамила, безобразила и обернулась роком, и сзади прыгнув на меня схватила за кадык. Мне тяжко под нею, уже я бледнею, уже сатанею, кричу на бегу. Не надо за шею, не надо за шею, не надо за шею, я петь не смогу. Судьбу, коль сумею, снесу к палачу, пусть дернет навею, а я заплачу, а я заплачу. Спасибо.